Слушая сегодня всех, кто говорил, многое откликается, многие случаи всплывают и в моей памяти. И я вспоминаю, как мы с Ирой впервые пришли в это пространство, когда мы плутали, не могли найти, и созванивались, и нас ждали на практическом классе. А мы шли и шли и шли. И вот и Вероника рассказывала, как у нее была метафора прохождения духовного пути. И у меня такое было, что я шла вот прям напрямки. И было такое, что я то шла, то делала шаги назад, то просто лежала в этом направлении, когда-то мы так говорили. И каждая ситуация, каждый случай, как ступени были на моем пути. И когда я ходила на Розарии к Ларе, еще до того, как я пришла на обучение, и стояла в таком потоке света, когда я первый раз его ощутила, это было такое яркое впечатление, которое просто не передать на словах. И когда у меня была беда с детьми, я каждое воскресенье ходила также к Ларе, и она помогала мне и словами, и делами. И вспоминая, как и собака валяла меня в одно воскресенье. И все равно я шла. И вот эти все случаи сегодня вспоминаются. И многое-многое откликается то, что говорили сегодня. И с радостью, и с благодарностью к вознесенным владыкам, ко всем членам общины, ко всем людям, кто сегодня здесь есть. Уже это не люди, а Христы. Я тоже могу о себе заявить, что я есть живой Христос. И пламя, которое было открыто мне в одном из духовных путешествий, пламя милосердия, любящее милосердие. И я всем вам сегодня очень благодарна за ваше откровение, за ваше поделение. Спасибо вам большое.